Доброе утро, меня зовут Сергей Бандур, и сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно построить нашу тренировочную программу в спортзале, за раз прокачивать все тело или разделить мышечные группы по дням. У обоих методов есть много сторонников и противников. Например, те, кто выступают за full body тренинг, то есть вовлечение в одну тренировку всех мышечных групп тела, аргументируют это тем, что так вы гармонично развиваете все тело без отстающих участков. В то же время сторонники сплитов, разделения тренировок различных мышечных групп по дням, уверены, что акцентированный метод куда лучше. То есть в один день вы тренируете одну-две мышечные группы, а значит максимально сосредотачиваетесь всю свою энергию на них. В этом есть своя правда, но раздельные тренировочные сплиты подойдут уже спортсменам опытным. А вот если вы только пришли в зал для того, чтобы окрепнуть и подготовить организм к повышенным нагрузкам, идеально подойдет тренировка всего тела вместе. Метод full body тренинга идеально подойдет и в том случае, если стоит задача согнать лишний вес. Высокоинтенсивная многоповторная тренировка с участием всех мышц тела заставит организм разогнать обмен веществ и жир гореть. А вот тренировать те или иные мышцы отдельно стоит после определенного времени нахождения в спортзале. Если вы заметили, что какая-то мышечная группа отстает в развитии, выделите отдельный день, чтобы проработать ее более детально. В конечном итоге выбор принципа тренировок – это ваше индивидуальное решение. Вы можете два этих метода чередовать, комбинировать как-то. Главное – тренируйтесь, ставьте перед собой цели и идите к их достижению. И тогда каждое ваше утро будет действительно добрым.